И всем-всем привет! Вы на канале Веселый Дракон. И сегодня будет ролик Рейни 1, 1.8. И не просто играть, а покажу вам сегодняшний баг. В сегодняшнем ролике я покажу прям супер баг. Это очень облегчает прохождение. Это, кстати, просто X-Ray легальный. Я нашел очень много багов в Рейни, поэтому... В Рейни 1.8, поэтому... Буду выпускать ролики, обязательно. Смотрите. Баг заключается в том, что мы с вами стоим, но игра думает, что мы сидим и видим в положении, мы идем в положении стоя, мы видим, что мы стоим, а на самом деле мы сидим. И смотрите, как это просто отлично работает. Смотрите, хоп, надо успеть нажать, вот видите, вот так, чтобы произошло, чтобы мы типа сидели, но мы стоим. А дальше нажимаем вот так, видите, оп, вот мы сидим, а делаем вот так. Мы маленькие, но мы типа стоим. Дальше идем сюда, скидываемся. И сейчас я покажу баг в применении с Анжелой Пауком, где мы будем им пользоваться. Смотрите, нам прям сегодня удача помогает. Вот книжка для Анжелы. Так. У нас сегодня выплюнет Спайдер-Кей. Поэтому несем. Так. Вот тут наша Анжела. Вот переключатель. Дальше идем сюда. Отходит, чтобы Анжела поползла. И пока можем посмотреть, что тут у Мишки может быть. Пока нам отползти, там секунд 15-20. Вот. Просто так. А, нам нельзя приседать. Мы же с вами X-ray активировали. Окей, нам нельзя приседать. Все, Анжела уже ползет. Самое главное правило этого X-Ray в Грэнни 1.8. Видите? Я случайно встал. Нет, я не встал. Все равно я прохожу стол. Я не понимаю, как это работает, но... Работает так. Спайдер-кей. И, кстати, чтобы выходили баги чаще, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это самое главное правило выхода новых роликов. Когда будет много лайков и много просмотров, это... А получается, скоро выйдет новое видео. Может быть, 5 часов, может быть, 6 часов, может быть, через день. Вот. Поэтому все зависит только от вас. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Смотрите, мы провалились, и смотрите, что заключается в X-Ray. Вот, мы все видим. Теперь давайте провалимся. Смотрите, мы можем наблюдать за Анжелой и за тем, какая правильная кнопка в лифте. Вот, пожалуйста. Вот вам X-Ray легальный. Вот Анжела пробежала. Направо, блин, она к лифту, я тоже хотела. Она может нас увидеть и загорится навсегда. Поэтому главное сейчас ей не попасться на глаза. Она нас типа не видит. Она куда? Она сюда. Все, значит мы отходим. Сейчас давайте я покажу применение самое крутое. Она нас тут не видит. Видите, она проходит спокойно. Знаешь, она сейчас не споймала. Вот. Дальше. Она сюда, а мы сюда. Смотрите, просто. И еще с этим багом можно сделать вот такое. А что это такое? И какой это баг? И я вам скажу в следующем ролике. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Она сейчас нас с Анжела не споймала. А это очень большая вероятность, что она сейчас может споймать. Поэтому давайте видео закончим на том, что мы просто поедем вверх, а в следующем ролике я покажу, как работает баг с приседанием и лифт, что едет без нас. Давайте посмотрим. Я думаю, что правильно первое. Нет, нас взорвало. Ну хорошо. На этом я буду заканчивать свой видеоролик. Если вам понравился этот баг, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Веселый Дракон. Всем удачи! Всем пока!